У студента Максима в период новогодних праздников в комнате всегда стоит настоящая сосна. В этом году еще не успел ее приобрести, но новогоднее настроение уже есть. Его создает вот такая небольшая елка. Каждый год мы покупаем живую елку, потому что мы хотим, чтобы она радовала наши глаза, и не представляем этот праздник без этого дерева. К сожалению, по традиции долго она у нас не стоит и уже через пару недель начинает осыпаться. За елкой нужен соответствующий уход, объясняют специалисты. Антон не первый год торгует хвойными, знает не понаслышке, как сохранить товар свежим. В его доме в прошлом году новогодняя красавица простояла без малого месяц. Лучше всего, конечно, ставить елочку в ведерко. Ведерко с песком, то есть засыпать его песком, там распереть чем-нибудь кирпичиками там. И лучше всего полить водичкой тепленькой. А чтобы она больше распушилась в помещении, лучше ее, если возможность есть, помыть ее в ванной комнатной температуры водой. Тогда она распушает иголки и очень красивая становится. Юрий тоже торгует елками. У него свои секреты сохранения новогоднего дерева. Елку можно поставить еще в горячую воду, добавить ацетиловую кислоту, и будет она тоже долго стоять. Также имеет значение, какой разновидности хвойного отдается предпочтение. Так ель имеет свойство быстро осыпаться. Сосны тоже бывают разные. Два основных сорта – простячка и крымская. Вторая, утверждают специалисты, остается свежей намного дольше. Есть еще несколько нехитрых советов. Чтобы елка радовала глаз как можно дольше, нужно для начала адаптировать ее к температурному режиму комнаты. Для этого нужно срезать у ствола 2-3 сантиметра и поставить дерево в ведро с водой. Лучше всего оставить елку на несколько дней на балконе или во дворе, то есть на свежем воздухе. После этого, когда она расправит ветви и наберется сил, можно заносить в комнату. В комнате для елки нужно выбрать подходящее место. Ей нужны вода, свет и воздух. Поэтому лучше ставить хвойное дерево возле окна. А чтобы оно получало влагу, стоит раз в несколько дней брызгать ветви водой. Максим пока что наряжает маленькую елку, но игрушки приготовил и для большой. Ее он собирается купить со дня на день. Он уже запасся советами специалистов. Хочет, чтобы в этом году новогоднее дерево в его семье простояло как можно дольше. В нашей семье елка является главным атрибутом Нового года, и без нее мы не представляем наш праздник. А елка создает нам новогоднее настроение, и хотелось бы, чтобы она простояла до конца новогодних праздников. Евгения Али, Евгения Маловик, Дарья Зырянова, Константин Грушко, ТВ5.